Всем привет, ребята! С вами Good Apple! Ну что, готовы к очередной катке по игре PUBG Mobile? Тогда жмякайте на кнопку лайка под этим роликом! Ну а мы погнали! Ну что, как обычно, чтобы долго не ждать, я, пожалуй, выпрыгну сразу. Так, приземляемся и, как обычно, на крышу. А нет, нормально приземлился, нифига себе! А ну-ка, что будет в этом домике? Может, я и лут сразу нормальный найду? Офигушки, я понял, здесь был только пистолет, а что тут? Ага, ну УЗИ это уже неплохо. Так, ну ХЕшечку мы тоже, конечно, заберем, а на втором этаже у нас... Вау, эмочка, нифига себе, а вот это уже круто. Ну дым мы тоже, пожалуй, возьмем, может еще где-то пригодится, а теперь осталось найти броню. А то в этом доме чё-то ни шлемака, ни броника не было. А что это я вижу? Это же игровой автомат, причем, по-моему, самый топовый. Ведь на него даже отвлекаться не надо, просто клацаем и ждем. Ну, а я в это время, пожалуй, пока пособираю лут, а там-то может выпасть любое топовое оружие. Ну как топовое, не то, что, конечно, из-за аирдропа, но то, что можно просто найти. Допустим, мне чаще всего там выпадала М24, а это очень крутая винтовка. Конечно, сейчас мне она вряд ли выпадет, но все же, оттуда довольно часто выпадают простые, но полезные вещи. Ну что, здесь я уже все дома проверил, так что будем, пожалуй, бежать дальше. Тем более уже появилась зона, а она от меня очень далеко. Так, а кто это там бежит? Ля, какой опасный, уже по мне стреляет. Ну, это было на грани, еще бы пару попаданий, и я бы умер. Ну, сейчас мы подлечимся и сбегаем, проверим, что же у него было. Так, еще на всякий случай перезарядимся, и зачем мне вообще туда бежать, если можно проехаться? Так, ну что, где тут его трупик валяется? Что-то я его не вижу. А ну-ка, может ближе к домам? Хотя нет, он вроде бы отсюда убежал. Ага, все, я его нашел. Так, ну тогда давайте-ка проверим, что же у него тут было. Ложимся для большей безопасности. И тут у него, в принципе, много полезного лута. Патроны, прицелы. Так, второй шлемак, но он у меня уже есть. Ага, ну миньку я, пожалуй, заберу. Ну что, я подзалутался и пора бы уже ехать в зону. А кто это у нас тут бежит? Блин, почти задавил его, но неважно, это все равно бот, так что давайте с ним так разберемся. Ой, чувствую, сейчас сюда все посбегаются. Ну ничего, сейчас мы ляжем и, надеюсь, меня здесь не будет видно. Так, что тут у него было полезного? Ага, ничего полезного у него тут и не было. Ну ладно, погнали тогда дальше. Опа-на, а кто там уже стреляет? А ну-ка, сейчас мы проверим. Ага. Так, немного продамажил, давайте-ка перезарядимся и пробежимся туда. Так, где он уже спрятался? Ага, он залег за эту бордюру. Добил, но по-любому же здесь есть кто-то еще. Ну, сейчас я его быстренько залутаю и, пожалуй, буду отсюда сваливать. Так, что же у него тут было? Ага, третий рюкзак. Вау, даже коряк был. Ну, я его, конечно, заберу, а миньку, пожалуй, выкину. Блин, а вот прицела хорошего у него здесь не было. Ну ладно, все полезное я у него вроде бы уже забрал, так что давайте-ка отсюда побыстрее сматываться. А то, чувствую, сейчас меня с какого-то из окон так и пристрелят. Стоп, кажется, я кого-то услышал. Ага, вот где он лазит. Вот это я, конечно, размахался прицелом. Просто я подумал, что он сразу начнет бежать, а он остался на месте. Так, что же у него тут было? Опа-на, X4, а это мне нужно. Все, отлично, теперь у меня на коряке есть нормальный прицел. Кстати, уже уменьшается зона, а мне до нее еще больше 1000 метров, так что давайте-ка уже будем ехать. Так, а кто это у нас там прячется? Понятно, еще один бот. Капец, их тут, конечно, понаразводилось. Ну что же у него тут было? Не густо, конечно. Ну ладно, возьму хотя бы обезболивающее. Оно мне сейчас не помешает. Чувствую, пока я буду лечиться, ко мне еще кто-то припрется. Хотя нет, вроде бы никто не успел, так что давайте-ка уже наконец-то отсюда ехать. Так, сейчас, пожалуй, проедемся между домами. Может, там еще кого-то найдем? Хотя, вряд ли, наверное, тут кто-то будет, ведь все уже, скорее всего, двигаются в зону. А кто это там стреляет? Давайте-ка мы, пожалуй, сгоняем, проверим. Так, я его уже вижу, так что давайте-ка мы здесь, пожалуй, стопнемся. И сейчас бы еще попасть. Эй, есть попадание? Ага, он сразу начал драпать за дом.
Да что такое? Я же вроде бы наперед стрелял. Почему я не попал? Ну и что теперь делать? Хрен же он оттуда во теперь вылезет. Ну ладно, как там говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе, да? Кстати, он, по-моему, все же решил вылезти. Так, только что-то я его не вижу. Ага, вот он чапает. Как-то громковато получилось. Ну да ладно, рядом все равно вроде бы никого нет. Так, у него тут 2-3 икс. Не знаю, зачем я их оба забрал. Мне нужен только один. Ну и патроны, но у меня их уже и так достаточно. Ладно, некогда в луте копаться. Давайте-ка побыстрее отсюда уже бежать, а то зона уже прям больно бьет. Сейчас я быстренько подрегинюсь и будем, пожалуй, отсюда уже ехать. Вот я уже и приехал в зону, а теперь давайте-ка пробежимся к тем ангарам, а то что-то мне кажется, что там кто-то мог засесть. Да, моя чуйка меня подвела, здесь вообще никого не было, ведь ни ангары, ни дома даже не были залутаны. Ну ладно, давайте тогда двигаться ближе к центру зоны, а то это уже сужается и скоро покажется новое. Не зря я решил двигаться к центру, ведь уже появилась следующая зона, и я в нее почти добежал, хотя нет, уже добежал. И это, конечно, круто, но меня кое-что напрягает. Зона уже достаточно маленькая, и помимо меня живо еще 8 человек. Но, блин, я вообще никого не могу найти, где они есть, вообще никого не видно. Ну ладно, сейчас мы забежим наверх этого холма и, пожалуй, где-то там расположимся. Ведь это вроде бы как самая верхняя точка, и оттуда должно быть лучше видно игроков. Правда, меня напрягают вон те дома, вот по-любому же там кто-то сидит. Да и с той стороны тоже может кто-то засесть, там-то домов немало. Ну ладно, лучше-ка я попроверяю эти домики. Просто довольно часто зона уходит в эту сторону, и обычно, когда я сюда прибегаю, здесь в каком-то из этих домов уже сидит игрок. Так, вижу, к тем домам подъехала машина, хорошо, видимо, в этот раз я пришел раньше, чем кто-то успел туда засесть. Ну что ж, тогда давайте будем туда аккуратно подбираться. Главное, чтобы он меня не заметил, пока я буду переползать, а то тут немало мест, где нету травы. Так, ну он где-то по первому дому лазит. Ага, выпрыгнул, хорошо. Стоп, что? Я не понял. Ля, борзели, затимиться, значит, решили. Понятно, значит, за это их нужно наказать. Правда, чувствую, это будет нелегко. Там, по-моему, и у одного, и у другого была винтовка. И зря я, наверное, тогда выстрелил, ведь теперь они знают, где я. Поэтому сейчас мне нужно побыстрее отсюда уползать. Да и вообще это не самая лучшая позиция, ведь одно дерево сейчас закрывает весь дом. Так что давайте-ка попробуем их вообще ползти и зайти с другой стороны. И да, также нельзя забывать и про остальных игроков, а то я что-то зациклился на этих двух, а про остальных я вообще забыл. Кстати, уже топ-8, ну двое я знаю где, а вот где остальные пятеро вообще не имею понятия. Так я еще причем и в центре зоны, то есть они от меня могут быть с любой стороны. Ну да ладно, просто будем аккуратненько ползти и надеюсь так меня никто не заметит. Так, вот почти я и ополз те дома, только теперь меня напрягает та гора справа, вдруг там залег какой-то снайпер. Но деваться мне некуда, поэтому будем ползти дальше, а то второй дом мне что-то плоховато видно. Кстати, тех двоих я уже давненько не видел, вон, ни в одном окне их нет, но, думаю, они, скорее всего, все еще в том доме, иначе зачем им куда-то бежать, это и так довольно выгодная позиция. Поэтому сейчас мы будем туда аккуратненько подбираться, вот только главное, чтобы мне не помешали остальные игроки, сейчас сколько, топ-6, то есть трое игроков где-то лежат на карте. Так, ну я вижу, они там уже ожили, начали стрелять, только что-то я их все равно не вижу. Где они там засели? Наверное, с другой стороны дома. Блин, нафига я тогда в эту сторону полз? Надо было ползти в другую. Кстати, уже появилась следующая зона. Правда, я и так почти в ней, но все же, давайте-ка лучше пробежимся в нее. Ведь все равно, они вроде бы засели с той стороны дома, так что, думаю, не должны меня заметить. Так. Воу! Вот это нежданчик. Капец, у меня хп осталось. Ну, тут уже вряд ли я смог бы спастись. Круто, я, конечно, пробежался, ничего не скажешь. Ну а на этом все, ребятки. Всем огромное спасибо за просмотр. Жмякайте на кнопку лайка, если понравилось видео. Ну а также не забывайте про кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые крутые ролики по PUBG Mobile. Ну а с вами был Good Apple. Всем до скорого и всем пока.